Салют! Вы на канале «Китай, ну ты чё?» И у нас новая подборка интересных гаджетов с AliExpress. В конце видео, как всегда, небольшой конкурс. Все желающие могут принять участие. И напоминаю вам, что на все товары можно получить возврат денег от 7% и выше. Не надо переплачивать. Если никогда не пользовались кэшбэком, то видео с инструкцией аж на 2 минуты есть в описании. Поехали! Это HDMI сплиттер. Устройство, которое позволяет к одному входу подключать сразу несколько источников сигнала и, соответственно, переключаться между ними. Особенно это актуально для случаев, когда вход всего один и постоянно перетыкать провода неудобно и нет желания. В данном случае подключается все один раз, а дальше источники сигнала последовательно переключаются с помощью кнопки на самом устройстве. В общем-то, это самый недорогой вариант, есть и более продвинутые версии с дистанционным управлением. Все ссылки в описании. Если требуется измерить дома какое-то расстояние, не обязательно нужно доставать рулетку. Это прошлый век. Уже давно существуют лазерные дальномеры, которые стоят вполне вменяемых денег. Стоимость зависит от максимальной измеряемой дальности. В данном случае есть варианты от 40 до 100 метров. Точность измерения составляет 2 мм. Есть подсветка экрана, защита от пыли и брызг. Плюс в памяти остается 60 последних измерений. И даже есть функция автоматического расчета площади и объема помещения. Дизайнерам этого магнитного держателя для проводов хочется поаплодировать стоя. В рекламе он выглядит дико стильно. Три цвета, лаконичный и выверенный дизайн, удобство использования. Но вот реальные фото все-таки заметно проще. Видимо, сказывается задача уложиться в необходимую стоимость. Однако со своими задачами по удержанию нетолстых проводов он может справиться. По отзывам владельцев, проблема в не очень сильных магнитах и основании, которые вряд ли будет держаться на вертикальной поверхности на своей клейкой основе. Тут нужно или менять размещение, или уже приклеивать его намертво своими силами. Но какая красота-то, а? Как-то в комментариях мне написали, что обычные зажигалки – это уже не модно. Исправляюсь и показываю новое венья. Из множества других это привлекло внимание стильным внешним видом. Небольшой закругленный и плоский, всего 5 мм корпус, действительно неплохо выглядит. На выбор есть 6 цветов. Заряжается она, как обычно, от любого USB порта. Увы, заказать так просто не получится, но если будет желание, инструкция от продавца есть в описании лота. Я уже показывал аккумуляторы в виде батареек формата 2А. А это аналогичное решение, но уже для батареек типа Крона на 9 вольт. То есть это вроде бы батарейка, но с гнездом microUSB. Естественно, внутри нее находятся литий-ионные аккумуляторы, и внешне это всего лишь корпус. Так что, если надоело менять недешевые батарейки Крона, то можно их заменить на эти аккумуляторы. Емкость, думаю, будет, конечно, ниже, но зарядил и вставил снова, а не пошел в магазин. Эта штука от Xiaomi выглядит как одна из Bluetooth-колонок. Но нет, это намного более полезная вещь. Это фумигатор от комаров и от компании Xiaomi. Как это ни странно, но в нем нет Wi-Fi и к телефону его подключить не получится. И слава богу, его задача спасти от комаров там, где нет электричества. Подключается к пауэрбанку, вставляется обычная пластинка от комаров и процесс пошел. Зачем Wi-Fi? Зачем Bluetooth? По-моему, отличная вещь для путешествий. Ночник, лампа и очиститель воздуха в одном лице, и все это в несколько необычном дизайне. Как вы видите, представляет он из себя гриб из белого пластика, под шляпкой которого спрятаны светодиоды. Работать устройство может как в режиме ночника, так и лампы с регулируемой яркостью. А идея с очищением воздуха типична для Китая в связи с проблемами загрязнения воздуха в крупных городах. У нас это не так актуально, но в общем-то и не помешает. Те, кто постарше, наверняка вспомнят ручные сканеры. Эти устройства были недороги, но и не слишком удобны. Сейчас же все возвращается как новое изобретение – это ручной автономный сканер. Я имею в виду то, что он работает от батареек и не требует подключения к компьютеру. Результат сканирования в формате JPEG или PDF сохраняется на карту памяти. Отсканировать можно документы до формата А4. Настройки качества осуществляются тут же с помощью небольшого экрана. Еще один товар от компании Xiaomi на сегодня. Это селфи-палка и штатив в одном флаконе. Плюс в данном случае с беспроводным подключением. Длина монопода 40 см в максимально разложенном состоянии. В сложенном виде, благодаря специальной рукоятке,
Его можно установить на ровной поверхности и использовать как мини-штатив. А благодаря тому, что блок управления съемный, можно фотографировать самого себя. В целом идея очень удачная. В кадре всегда будут все, а не как обычно, тот, кто с камерой, на фото не бывает. Ну и гаджет, достойный магазина на диване. Это чуть ли не первая в мире ручная стиральная машинка. Должна отстирывать отдельные пятна на одежде. Суть заключается в обработке паром и быстрых движениях подвижной части. Честно сказать, я так и не понял, действительно ли эта штука эффективна. Но, как вы видите, даже не в рекламных видео какой-то эффект есть. Так что покупайте и всегда носите с собой в сумке или рюкзаке, особенно если идете поесть. Ну что ж, для тех, у кого есть лишняя минута, у нас традиционный конкурс на 200 рублей. Подпишись на канал, поставь лайк и напиши в комментарии шутку или анекдот. Это сложное условие, я понимаю. Но читать комментарии будет интересно всем. Результаты конкурса через неделю ВКонтакте. Ссылка на группу в описании. Подписывайтесь на наш уютный канал. Всем спасибо и пока.